Приветствую вас! Первый онлайн-концерт Димаша Кудайбергена подарил поклонникам море хороших впечатлений. В связи с огромным откликом Dears, шоу будет транслироваться вновь 31 января в 20:00 по времени города Нур-Султан. Стриминговая платформа и Димаш покажут повтор Димаш Digital Show, что позволит поклонникам творчества казахстанского исполнителя еще раз пообщаться в онлайн-чате, испытав волшебство единства всех Dears. Поклонникам, у которых уже есть билеты, покупать их снова не нужно. Они смогут насладиться шоу на бис по уже имеющимся билетам. Тем, кто еще не успел их приобрести, рекомендуется сделать это до 31 января. Помимо этого, 31 января в 22:30 по времени города Нур-Султан после трансляции Димаш Digital Show состоится долгожданный прямой эфир пост-шоу Session. В ходе мероприятия у поклонников появится возможность увидеть Димаша, задать ему вопросы, поделиться впечатлениями об онлайн-концерте, а также узнать о планах артиста. Билеты на пост-шоу Session доступны на dimashticker.com. Их продажи могут быть закрыты в любое время. Также известно, что неограниченный просмотр Димаш Digital Show продлится до 23 января, после чего доступ к видео будет приостановлен и только 31 января откроется повторно для финального просмотра. В связи с благотворительным характером концерта, часть выручки от продаж билетов будет передана организации Project Q. Сама сессия с Димашем продлится 1 час в присутствии модератора, который будет выбирать вопросы от поклонников случайным образом. Понятно, что из-за большого количества участников ответы будут получены не на все вопросы. Родные, я хочу знать, те, кто был на онлайн-концерте, пожалуйста, напишите в комментариях, какие эмоции он вызвал, что вам понравилось, больше всего, и вообще напишите все, что вы чувствуете. Обязательно ставим лайки и подписываемся на канал. Всех обнял!